Здесь можно заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом. Построить площадку предложили жители города на одном из приемов граждан, который проводил Вениамин Кондратьев по поручению президента. Также главе региона показали участок рядом со школой, предназначенный под строительство детского сада на 220 мест. Начало его строительства запланировано на следующий год. Согласно проекту, в детском саду будут стадион, медицинский блок и бассейн. Надо охватить полностью всех детишек. От 3 до 3, от года до 3 до 7, неважно, то есть до школьного возраста, чтобы они максимально были в детском саду. Поэтому просто хотя бы доступность детского сада, не говоря про его элитность. Элитность – хорошо, но доступность – лучше. Также Вениамин Кондратьев посетил несколько промышленных предприятий района. На заводе «Кубанские консервы» глава региона осмотрел производство, фасовочный цех и склад готовой продукции. Производство здесь планируют расширять. Будет организован выпуск замороженных овощей. Также Вениамин Кондратьев ознакомился с работой предприятия «Нестле». Продукцию, которую сегодня производят в Тимашевске, поставляют практически во все страны Евразии. Кондратьев отметил, что власти будут создавать максимально комфортные условия для осуществления всех выгодных инвестпроектов на территории края. После руководитель региона провел традиционную встречу с активом района.